Добрый день, дорогие друзья, с вами снова Дукит, канал World of Games, и сегодня мы поговорим, как нам оформить канал. Для этого, кстати, просмотрим несколько типов, как это можно сделать, видов вернее. Самое простое — это скачать гифку уже готовую. Сейчас мы удалим ее. Заходим в интернет и ищем скачать гифку «Падающий снег». Заходим, ищем анимация. Ну какая разница, гифка, анимация. Нет, это нам не то. «Падающий снег» нам надо. Вот так, другую надо найти. Блин. Гифснег идет. Ну или вот так вот гифснег идет. Короче, находим, скачиваем. Скачали, ребят, переходим. Добавляем. Добавить изображение. Выбираем нашу скачанную гифку. Так, вот. Самый простой способ. Ну, как вам сказать, это не все, конечно, картиночки, которые. Так, где у нас изображение? Вот он. Не все картиночки, которые хотелось бы, конечно, вот так вот, вот он, видите, да? Вам хотелось бы что-нибудь другое, да? Как вариант, есть еще скачать другую картинку. Ну, как же нам ее добавить? Так, скачали картинку. Лучше скачивать, ребят, ту картинку, которую вы хотите изменить, на белом фоне. Лучше всего, потому что вам надо будет, проще всего будет найти цветовой, чтобы изменить цветовой фон. Ну, цвет картинки. Вернее, ну, сейчас я вам покажу, короче. Добавить картинку. Так. Это еще один способ захвата. Где наше изображение? Блин, нафиг его. Так, вот, изображение, окей. Добавить. Вот, допустим, подарки. Как видим, они по факту есть, но вот эта фигня белая, она нам не нужна. Переходим в фильтры в этой же картинке и добавляем цветовой ключ. Нажимаем ОК, добавить пользовательский и выбираем цвет. По сути, нам надо убрать белый. Нажимаем белый цвет. Все, ребята, она у нас убралась. Вот, как видим, у нас нет белого цвета. Остались только вот такие красивые, ребят, подарочки. Вот они. Лучше находите вам нужные картинки с таким, ну, с белым оттенком, чтобы был. Сейчас мы удалим. Это как еще один вариант. Да, удалить. Как другой вариант, ребят, мы переходим через Photoshop. Открываем Photoshop, ребят. Файл. Создать. Окей. Так. Создать файл. Берем. Что мы делаем? Так, сейчас я его поставлю. Так, нажимаем Ctrl-Shift-N. Создать новый слой. Окей. Слой, предыдущий слой удаляем. Оставляем только слой, который мы только что с вами создали. И заходим, картинку выбираем ту, которую мы хотели. Так, открыть компьютер. Изображение. Перетаскиваем сюда. Здесь размещаем вот на этом фоне ее также. То есть вот. В принципе, она на белом фоне. Все тут вот есть. То есть какую-то полоску или еще что-то, какое-то оформление делать. И сохраняем ее. Так, она сначала поместить, да. И сохраняем. Сохраняем, ребят, мы в формате JPEG. Окей, находим. Также и ставим туда, куда вы хотите. Ребят, ну кому это видео помогло, то есть кому это было интересно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Дукит, канал World of Games, ребят. Всем спасибо за внимание, с наступающим Новым годом. И всем, ребят, покедова.